Передаем сигналы точного времени. Новая песня группы «Калибри», как музыкант Коржиков и звукорежиссер Мартынов шьют костюм юнисекс, и режиссер Джон Карпентер живет и с другим советует. В студии Людмила Шаулина, Василий Белоусов и Алексей Певчев. Все мы здесь, приветствуем. Всем доброго утра. Доброе утро. Я вчера вам приносил горячий кипящий металл, точнее хард-рок. И решил, что, наверное, хватит, да, прервемся. Хорошего понемногу, да, и перейдем к более привычной для нас легкой музыке. Еще один коллектив, который я хочу вам сегодня представить, возник на моем горизонте неожиданно. Абсолютно честно вам могу сказать, нашли они меня в соцсетях и поинтересовались, вот интересно ли было бы послушать альбом, что про него, мол, скажете. И с первого же момента, как я его услышал, я был абсолютно очарован, потому что музыку лаунж у нас давно не играют, инструментальную музыку, ну, во всяком случае, не на слуху она. Название проекта «Костюм юнисекс». В составе Алексей Коржиков. И, значит, Алексей Коржиков, он музыкант, саунд-продюсер, постпанк-группа «Аминь» и клавишник крауд-рок-группы «Кратер». Господи. А Гоша Мартынов, звукорежиссер, диджей, музыкальный продюсер. У них еще есть лейбл «Шепот». И музыкант, он выступает под именем «Интересные ощущения». Мне, ну, вообще захватило, дыхание захватило от одних названий треков. «Посредник из ФРГ», тебе должно быть близко. Да. «Холодные закуски», «Мир дверей». Ну, просто, вот, понимаешь, вот, ведь музыка инструментальная, понятно, что никак к песне не привязано название. И вот настолько тонко придумать, что слушаешь первую композицию, и понимаешь, что это действительно посредники из ФРГ. Uh-huh. Остальные слушаешь, понимаешь, вот тут закуски, тут мир дверей. И... Они к этой мысли подводят? Да, вот почему-то. Ну, как... Или ты сам можешь как-то ассоциацию поймать. А потом, видимо, проводишь сам какие-то ассоциации. Да. Ну, как в свое время у «Гражданской обороны» была вещь, которую потом группа «Мессер Чупс» переиграла, называлась «Жека уже в Гамбурге». Инструментальная, да? Ну что, как это Жека может оказаться в Гамбурге? Я, тем не менее, понимаю, что Жека уже в Гамбурге, да. И попросил я, соответственно, ребят рассказать про вот этот свой проект «Костюм юнисекс» и альбом «Евролаунж». И вот что получил в ответ. Здравствуйте, мы Гоша Мартынов, звукорежиссер, диджей, музыкальный продюсер, основатель лейбла «Шепот» и музыкант, выступающий под именем «Интересные ощущения». И Алексей Коржиков, музыкант, саунд-продюсер постпанк-группы «Аминь» и клавишник крауд-рок-группы «Кратер», выступающий сольно как «Костюм унисекс». Мы познакомились 2 года назад на концерте группы «Аминь». Нас объединил интерес к синтезаторам и танцевальной рейв-музыке конца 80-х, начала 90-х. Из-за пандемии сократилось количество концертов и других музыкальных мероприятий. Трудно было собираться на репетиции с другими проектами. Стало больше времени для самостоятельной работы, и мы решили попробовать сделать что-нибудь вместе. Каждый занимался дома, и тем интереснее было обмениваться наработками, потому что итоговый результат музыкальной композиции был непредсказуем. Мы могли изменять, дополнять композиции друг друга, а иногда объединяли все вместе. В процессе работы мы не стали ограничивать себя только синтезаторами и сэмплерами с драм-машинами, а использовали различные гитары, перкуссию, барабаны и даже флейту. Нам было интересно внедрить в хаос-музыку акустические инструменты, что изменило звучание. Название релиза «Евролаунж» появилось как шутка над многочисленными сборниками чиллаута и евроденса с неизвестными артистами. Композиция «Островок безопасности» вызывает у нас образ человека, застывшего посреди проезжей части, наблюдая за трафиком. Это первый трек, записанный нами совместно. Вот такой комментарий нам выдан коллективом. Ну, вообще, вот действительно, это лаунж-музыка. Ну, чтобы немножко пояснить, что такое лаунж, это мягкая электронная музыка, которая никак никому не мешает. Ну, может быть, кто-нибудь вспомнит оркестр Вячеслава Мещерина. Вот это, собственно, как раз оттуда. Ну, наверное. То есть это музыка, которая подходит для территории лаунж, для территории, где люди отдыхают и расслабляются. Да, да. Заведения, ну, и... в кафе, может быть, в торговых центрах. Да. Ну, есть и какие-то вот уже целые вечеринки.
которое началось, на самом деле, лет 15 назад. Как раз вот эпоха изи-листининга, так называемого. Где звучит такая музыка. Да. Вот. И ребята сделали как некое, видимо, ироническое такое послание в отношении того, что делает. Мне понравилось название коллектива, из которого человек вышел. Да, сразу во времена группы «Кьюр» отлетает. Вот. Ну, наверное, сейчас будем слушать, если у вас. Или есть у вас какие-нибудь. Такие необычные продолжения. Вообще видно, что ребята не искушены вниманием журналистов. И для них это, наверное, все-таки такое новый проект. Раньше они совершенно в других, да, направлениях работали. Да. Ну, параллельно все это есть. Вот, кстати, не уместилась у нас сегодня песня, композиция режиссера Джона Карпентера, из главных режиссеров фильмов ужасов. И об этом музыку пишет он совершенно лучезарную, и один из пионеров электронной музыки в кино. Вот, я думаю, что люди совмещают приблизительно таким же образом. Ну и как это будет выглядеть, посмотрим. Но альбом уже есть на цифровых площадках, я название еще раз продублирую. Название проекта «Костюм Unisex». Альбом называется «Евролаунж». То есть, если он вам понравится, то вы спокойно можете его и скачать, и послушать, и вообще с ним обходиться как хотите. А я думаю, что музыканты на волне этого успеха запишут еще немало чудесной музыки. Будем ждать. Да, и как лейбл называется эта композиция? Композиция, которую мы сейчас будем слушать, называется «Островок», Людмила. Безопасность. Островок безопасности. Слушаем и прощаемся. Людмила Шаулина, Алексей Певчев, Василий Белоусов были сегодня вместе с вами. Хорошего вам дня. Удачи. Берегите себя.